friend, I deserve better. I think you look better, but you're so far, I had to come get you. Take it to the light, stark in the back. You started moving, you put an arch in your back. Closer to me, closer to me. Sipping your drink, you get closer to me. Dance in the light, starting to see. You started moving, you're getting closer to me. And now you won't even let me go. So baby, hold up. I think I heard what you said. He's not what you thought, you're fed up. I heard your girlfriend tell you you could do better. Well, I'm the best ever, but you're so far, I had to come get you. Take it to the light, stuck in the back. You started moving, you put an arch in your back. Closer to me, closer to me. Sipping your drink, you're getting closer to me. You're dancing the light, starting to see. You started moving, you're getting closer to me. And now you won't even let me go. So baby, hold up. Но это очень необычно.
Такого названия еще не было никогда. Так что Егор, это первый приз, я думаю, в истории вообще призов. Это приз, специальная премия самому отчаянному и бесстрашному хореографу за вклад в развитие танцевальной культуры Российской Федерации. Я не буду вам рассказывать эту историю, но надо это как-нибудь узнать. Но хочу просто сказать, что этот человек, вы себе даже не можете представить, насколько он готов отдать последние, не то что на штаны, там, а просто последние резинки из носков, за то, чтобы развивать реально танцевальную культуру в своем городе. Сколько он вкладывает в свою команду The First Crew. Это очень-очень дорого стоит. И поаплодируйте Егору, пожалуйста. Я все не хочу сказать. Ребята должны были выступать на World of Dance, которая проходила в Нидерландах не так давно, но, к сожалению, они не попали туда. Но Егор приложил все усилия, все деньги приложил. Но, к сожалению, на границе очень были злые пограничники и не дали выступить The First Crew на World of Dance. Но я знаю, что будет еще много хороших мероприятий впереди, и значит, было так надо. Так что еще раз аплодисменты Егору. Итак, и команде The First Crew. Спасибо большое за то, что меня послушали. Спасибо, Маша, не уходи. Давайте посвятим также для человека, который также столько же отчаянно делает такой же огромный вклад. Маша, наши виртуальные грамоты в сентябре, эти аплодисменты и шум. Друзья, также давайте скажем спасибо нашим партнерам. Это наши друзья студия танца «Нью-Йорк» на Курской.